Обнаружены тела еще трех армянских военнослужащих, пропавших без вести во время Второй Карабахской войны. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, трупы армянских солдат обнаружили в ходе поиска в Лачинском районе. Для установления их личности назначена экспертиза. Согласно информации, таким образом, число найденных в Карабахе тел, считавшихся пропавшими без вести армянских военнослужащих, достигло 1374.